бронемашина «Тайтус», тактический транспортер пехоты класса МРАП французской компании Nexter Systems, впервые продемонстрирована в 2013 году. «Тайтус» расшифровывается как Tactical Infantry Transport and Utility System, тактический транспорт пехоты и вспомогательная система. Технический облик машины «Тайтус» таков, что в нем можно найти черты сразу двух классов бронетехники. В виде особенностей локальных конфликтов последнего времени, французские инженеры применили в новом проекте некоторые решения, свойственные машинам класса МРАП. При этом они учли недостатки техники, стойкой к минам и защищенной от засад. Для обеспечения достаточной подвижности и проходимости, машина «Тайтус» имеет некоторые характерные черты классического колесного бронетранспортера. По своей концепции, машина «Тайтус» представляет собой популярный среди разработчиков тип своего рода гибрида многоосного колесного бронетранспортера с машиной класса МРАП. Такая гибридизация позволяет минимизировать главный недостаток машин класса МРАП традиционной конструкции, их ограниченную тактическую подвижность и проходимость, делающие обычные МРАП машинами, пригодными по существу для передвижения только по дорогам. Бронемашина МРАП «Тайтус» была разработана на шасси автомобиля Tatra Т-815 с колесной формулой 6х6. Главной особенностью этого шасси является особая конструкция рамы, на которой собраны все агрегаты, и интересное расположение колес, крайне редко встречающиеся на нынешних бронеавтомобилях, но свойственные бронетранспортерам. Средняя ось расположена в середине машины, а не со сдвигом назад. Благодаря этому вес конструкции равномерно распределяется по всем шести колесам, не сосредотачиваясь на задних осях. Такое распределение массы машины благотворно сказывается на ее проходимости. Правильное размещение колес относительно центров тяжести различных агрегатов машины является очень важной вещью, поскольку он имеет достаточно большой вес. В базовой комплектации вес пустой машины достигает 17 тонн. Полезная нагрузка – до 4 тонн. При установке дополнительных модулей бронирования, масса пустого броневика увеличивается на 6 тонн относительно базовой версии. Таким образом, максимальная боевая масса машины «Тайтус» может достигать 27 тонн. При таких параметрах веса машина получилась достаточно компактной, длина 7,5, ширина 2,5 метра и высота по крыше 2,73 метра. Экипаж машины 3 человека, кроме того, может перевозиться до 10 пехотинцев. Бронирование в базовом варианте соответствует стандарту НАТО, а благодаря установке дополнительных броневых модулей она может быть усилена. Это означает, что «Тайтус» может защитить экипаж и десант от взрывного устройства с зарядом 10 кг тротила, сработавшего под колесом или днищем. Базовая защита бронекорпуса соответствует уровню 2 натовского стандарта, что позволяет экипажу и перевозимым бойцам не бояться бронебойных пуль патронов 7,62 на 39 мм. При установленных дополнительных модулях бронирования машина «Тайтус» защищена от пуль калибра 14,5 мм. Возможна установка специального комплекта для защиты от ручных противотанковых гранатометов. Противоминная защита, разработанная Nexter, и установка этого комплекта обеспечивает выживаемость личного состава в машине при подрыве фугаса массой до 150 кг. Максимальная скорость хода по шоссе 110 км в час. Трансмиссия обеспечивает отключение привода средней оси при движении по дорогам. Запас хода до 700 км. В качестве вооружения может использоваться дистанционно управляемый боевой модуль Nexter ARX-20 с 20-мм автоматической пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом. Кроме того, на крыше в задней части корпуса по бортам установлены две управляемые изнутри установки для 7,62-мм пулеметов. Корпус бронемашин имеет модульную конструкцию, позволяющую создавать на базе «Тайтус» разнообразные специализированные машины. В армию «Тайтус» поставляются в вариантах командно-штабных машин, машин управления артиллерией и машин связи. Специальный вариант бронемашины «Тайтус» для оснащения специальных подразделений. В отличие от базовой модификации, новая разработка оснащена специальным отвалом для преодоления уличных баррикад и завалов. Машина оснащена системами наблюдения и защиты экипажа от поражения как стрелковым оружием, так и возгорания от применения коктейлей Молотова. После просмотра не забудьте поставить лайк, а также оставить комментарий и подписаться на канал.